тяжелый, мокрый, сегодня минус 2. Идет сложно, тяжело, даже одному. Там, где волкуши старые отцепил, точно так же. Снега больше, чем по колено, но он тяжелый, из-за этого плохо идет. А если снег замерзнет, нас будет нормальный, и по сугробу, если будет, будет идти, ему легче будет. А сегодня такая погода, что ну, по накатке нормально идет, по буранке легко, двоих-троих тянет. Ну вот как бы так. Когда сидишь спереди, рулить немножко тяжело, когда нагрузишь здесь. Приходится мало ногами помогать рулить. Такие вот маневры. А снизу стоят накладки, они по буранке особо не спасают тем, что впиваются в снег, но не так. Едешь как в коридоре, стаскивают вправо, влево, едешь, тебе раз, два, три, в общем, немножко некомфортно. Вот, вот так вот, когда сидишь, можно, ну, как бы получше ногами управлять. Когда вниз опускаешь ноги, немножко неудобно. Вот так вот более-менее. Но есть минус. Надо ставить на днище саней коньки, нержавейки ставить. Тогда будет более-менее лучше управляемость. Ну а так, в принципе, нормально. Сидишь, не устаешь. Когда были у меня съемки, вот за эту держался, за этот модуль, очень сильно мышцы напрягаются и потеешь всю дорогу. Жарко тебе становится. Вот. И приходится всеми усилиями его в сугробах поворачивать, накренять. А когда так сидишь, вообще не устаешь, силы не тратишь. И для рыбалки, как бы, вернее, после рыбалки приезжаешь и не такой уж усталый. Вот. Силы еще остаются на кого-нибудь, на что-нибудь. Так, что еще? Пока я катался, вот здесь вот сверху болтик раскрутился. Он был затянут. Здесь стоят две шайбы. Вот здесь вот снизу вот этот центральный болт, он, короче, раскрутился, ну не сильно, но я его подтянул. Вот. Здесь вот, опять же, поставил резинку с двух сторон. Раскручивается, но не полностью раскручивается. Здесь поставил резинку, чтобы гайка не откручивалась. Вот, и ту сторону также. На той стороне был контрагай, он реально раскрутился. Даже контрагай раскручивается от такой вибрации. Вибрация, видать, сильная. Вот. Ну вот, как бы, вот такие нюансы есть небольшие модуля у рамы крепления. Но в целом нормально, ездить можно по много километров. Километров 20-30 на нем легко, можно за целый день проехать. Вот. Прошлая рыбалка у нас была нормально. Проходилось туда-сюда людей возить. Садил сзади двоих человек. Идет, но тяжко. Скорости не хватает, но тянет по буранке, по сугробам не потянет. Двоих может и потянет, а вот троих уже все. Ну вот как бы вот так вот, пока что будем эксплуатировать, будем что-то придумывать, но это, наверное, уже на следующий год, на следующую зиму. Пока в этой зимой я откатаю так, как есть. Пока ничего придумывать не буду. Ну ладно, ребята, всем пока, всем счастливо, подписывайтесь на канал. Пока.